Доброго времени суток. Пришли ко мне посылочки. Давайте с маленькой. Это лампочка. Подобного плана лампы я уже покупал. Что вам нужно знать о них? Вот этот цоколь нужно обрезать. Обязательно оставляем вот это, скажем так, стопорное кольцо. То есть, если его снять, то и вот эта часть вынется. А для чего это нужно? Чтобы диоды не перегревались. От перегрева они деградируют. И, соответственно, лампа выходит из строя. У таких ламп минимальный шим. Сейчас я поставлю на паузу, посмотрю, есть у меня готовый патрон или нет. Так, нашел. Ну, видно, я думаю, да? Мерцания нет. Светит достаточно ярко. Я заказывал две лампы. Еще одна в пути, поэтому сейчас не скажу, насколько это ватт. Ну, ватт может быть 12 или 20. Где-то так. Следующее. Тут несколько. Это датчики для увлажнителя. Про запас. Я планирую, может быть, потом платку куплю, что-нибудь за колхозю. О, замечательно. Беспроводные Wi-Fi реле. Санаповские. Рекомендую вещь. В предыдущих видео я про них рассказывал. Все, я понял. В общем, это УФ-диоды, точнее, один УФ-диод, реальный. И к нему линза. Рассеивать. Отражатель, сама линза, похоже на стекло, ну и держатель. Секунду. В общем, я собирал уже подобное.
Это знакомым буду отдельно собирать. В принципе, такого радиатора не нужно для вот данного светодиода. Можно меньше намного, в два раза. Сейчас покажу, как это дело работает. Здесь два спектра. В описании будет. Можно использовать для сушки ногтей, для своей дамы сделать. Намного будет вот такая вещь эффективнее, чем вот эти вот продаются по 1500 рублей. И автомобилистам, или точнее автослесарям, кто клеит стекла. Вот, рекомендую такие вещи собирать. Так, сторонку. И это я догадываюсь, что... Ну, под вопросом. Да. Это очередная лампа настольная с АКБ. Я уже такую распаковывал, демонстрировал вам. Настолько она понравилась моим домашним, что они утащили одну и не отдают ее мне. Он заказал еще одну. Она с сенсорным управлением. У нее три градации света, если я правильно выразился. Там теплый, холодный и белый, что ли. И, ну, вот это желтоватый. Ну, я не знаю, в общем, там 6000, 3-4К. Как так, по-моему. АКБ здесь 18650, по-моему. В общем, хватает надолго. В принципе, можно другой свой какой-нибудь поставить. Более емкий. USB на джек. Джек, по-моему, 2,5 на 1,5, наверное. Ну, в общем, прикольная вещь. Светит хорошо. Я говорю, домашним она очень понравилась, что у меня ее отобрали. На дачу можно отнести, еще куда-нибудь. Стоит что-то очень дешево. И светит хорошо. Так, шим смотрим. Шима нет. Ну и откуда ему от аккумулятора взяться? Все, спасибо за просмотр, всего доброго. Уважаемые зрители, дико извиняюсь, назвал вот этот вот стаканчик-плафончик цоколем. Как я раньше говорил, я снимаю без подготовок, поэтому думал об одном, ляпнул что-то другое. Так что не обессудьте. Все, спасибо за просмотр, всего доброго.